Всем здорово, меня зовут Олег, я нахожусь в Центральном парке имени Горького в Алматы. И сегодня расскажу вам, как делать Extended Thumb Round. Поехали! Кстати, помимо видеоуроков, я делаю уроки по комбинациям из этих трюков, а также обучаю вас, как делать специальные ручки для пенспиннинга, иногда их разыгрываю и многое-многое другое. Так что, если вы первый раз на этом канале, обязательно подписывайтесь. Extended Thumb Round, по-русски это будет, ну, продолженный Thumb Round. Выглядит он вот так. Для того, чтобы выполнить этот трюк, вам нужно уметь thumb round и очень желательно index round reverse. Особо сложного здесь ничего нету, вы делаете thumb round обычный, и в этот момент вы видите, что большая часть ручки, большая часть веса, она вот находится здесь, вне вашей ладони. Соответственно, инерция продолжает тянуть ручку дальше, и вам нужно просто сделать как бы такое движение указательным пальцем, как вы спускаете курок пистолета, и такое маленькое, и как бы подтолкнуть эту ручку дальше, чтобы она пролетала по своей траектории и приземлилась в слот 1-2, ну, между указательным и средним. Здесь, в принципе, особо таких секретов нету, главное практиковаться. Вот. В этот момент обратите внимание на мой указательный, на мой большой палец, он как бы уходит в сторону, чтобы не мешать движению ручки. Вот, она как бы прокатывается по вот этой части ладони, руки, и продолжает свое движение вот как бы вот так. Кстати, очень многие путают этот трюк с fake double. Вот так он выглядит. Это немножко другое. Если увидите кого-то, кто делает вот так, то он не делает extended thumb round, он делает fake double. Вот, extended thumb round выглядит вот так. Запомните это. К fake double мы еще вернемся попозже, и я научу вас, как это делать. Вот, в принципе, и все. Если получилось и урок был полезен, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Эту и другую, и другие ручки можно купить у меня, ссылка в описании. Если ничего не получилось, пишите в комментариях, какие у вас сложности вызывает этот трюк. Я все комментарии читаю и отвечу вам, чем смогу. Все, пока!